Настроение, конечно, прекрасное, тем более еще заняли первое место, неожиданно даже сами, там, как говорится, мы всегда идем до конца, верим в победу, но команда у нас совершенно набрана, я скажу так, за 3 дня, можно сказать. Самое главное, вера в победу, стремление к победе, и то, что даже если выходили и по ситуации ориентировались, смотрели, как получается, цеплялись за каждый момент, какие-то моменты там тактические сами выдумывали тоже по ходу, и, да, скорее всего, на опыте и на воле к победе, которую нам всегда внушали, и то, что мы стремимся внушить своим сейчас в данный момент подопечным.